Уважаемые жители города, практически всю жизнь мы стоим перед определенным выбором. Что-то сделать, что-то не сделать, принять какое-то решение. Я думаю, и когда дело касалось вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вы тоже взвесили все за и против. И, к сожалению, есть определенная когорта людей, у которых это против перевесило здравый смысл. На сегодня все медицинские работники нашего города обращаются к вам с одной просьбой. Взвесьте еще раз все эти «за» и «против». Подумайте о своих родных, о своих близких, о том, что порой для них, особенно для старшего поколения, привиться значит остаться жить. Поэтому мы вас ждем на прививке. Особенно сейчас, когда поднимается новая волна заболеваемости, когда новый возбудитель значительно более агрессивнее, более злокачественнее, который затронет не только лиц пожилого возраста, который затронет и детей, и молодое население. Поэтому у вас есть возможность защитить себя. Приходите к нам.